Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам FM Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – как заработать на блоге. Слово, может быть, не совсем, не всем еще близко и понятно. Ну, об этом сегодня и поговорим. Что это значит? С чем это едят? В гостях сегодня Сергей Доля, фотограф, блогер. Добрый вечер, Сереж. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность принять участие в нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира. Код Москвы 495-6510-99,6. Либо сайт. Вы можете написать, задав свой вопрос на сайте finam.fm. Ну, давайте начнем разговор. Сереж, если можно, объясни, пожалуйста, что такое блог? Что такое блог и кто такие блогеры, да? Кто такие блогеры, соответственно? Смотрите, блогеры — это самые обычные люди, которые живут вместе с вами в одном подъезде. Они точно так же выносят мусор, водят своих детей в школу и выглядят точно так же своими собачками. Да. Что отличает блогера от простого человека, от неблогера, так скажем, это то, что у него есть блог. Что такое блог? Это личный дневник. То есть это какое-то пространство в интернете, где человек там каждый день или несколько раз в день, или раз в месяц что-то пишет, какие-то свои мысли или о чем-то рассказывает другим людям. И любой другой человек может зайти и почитать. Вот, это все то же самое, что мы в детстве вели дневники, но, правда, мы их не для других людей все-таки. Да, раньше дневники писали. Мы все-таки вели для себя, для иногда себя, для мамы. Да, да. Чтобы она посмотрела, да, и поняла, как я на самом деле ее люблю сильно. Хоть я и веду себя не всегда адекватно. Ну, а в этом смысле блог отличается от стандартного дневника. То есть я изначально не просто для себя оформляю свои мысли, свои взгляды на события, на какие-то, а я именно предлагаю их некому абстрактному зрителю, да? Совершенно верно. То есть блог — это дневник, это журнал, который вы ведете не для себя, а для остальных людей, да? То есть это такая газета, которая сам издат, которую вы выпускаете сами. И надеетесь, что это будет интересно другим людям, и они будут вас читать. Ну вот опять мотив мне не совсем понятен. Я кто? Вот я завел блог. Я кто? У меня есть претензии на писательство какое-то или на философичность. Знаете, совершенно по-разному бывает, но ведь у каждого человека есть какая-то внутренняя потребность поделиться чем-то с другими, да, что-то рассказать. Может быть, подожди, ведь, как известно, интернет — это такое публичное одиночество. Может, я в жизни настолько одинок, что вот я не могу найти, так сказать. Безусловно, есть такие случаи, когда человек, он абсолютно замкнут в себе, он не любит общаться, но при этом именно в интернете он раскрывается и пишет очень интересные вещи, его читает огромное количество людей. И то есть такие примеры, да? Ну, такой пример. Например, самый яркий, наверное, это Артемий Лебедев, да, который в жизни, в принципе, не очень любит общаться, но при этом его блог там один из самых популярных в интернете. Ну, он достаточно своеобразен. Ладно, не будем мы о нем. Расскажи лучше о себе. Как ты занялся этим делом, что тебя привело? Тем более, что вот мы за эфиром с тобой разговаривали. У тебя есть основной бизнес, да, и, соответственно, вот эта блогосфера некая, это такое хобби, что ли, да, или попытка еще более самовыразиться. Да, безусловно, это хобби, и началось все достаточно смешно. Я как-то, я путешествую, много путешествую. Как-то я путешествовал с семьей по Норвегии, мы ехали в Амшине, и было много свободного времени. У меня были какие-то фотографии уже, я подумал, а в школе я ненавидел писать сочинения. Я подумал, я должен себя вот преодолеть, я должен попробовать что-то написать. И я решил написать статью про Норвегию для какого-нибудь журнала. У меня было несколько знакомых главных редакторов. Я им всем, когда приехал, ее написал, я такой послал им письмо, позвонил, говорю, слушай, у меня есть статья про Норвегию, может, опубликуешь? Никто даже смотреть не стал. И так кто-то сказал, да заведи блог. Я тогда вообще не знал, что это за слово такое. То есть я полез смотреть, что такое блог. Ну, думаю, дай попробую. Разместил эту статью, зарегистрировался в чужом журнале, разместил там статью про Норвегию. И смотрю, пошли какие-то комменты, да, то есть люди стали комментировать, они стали мне что-то отвечать. Причем люди абсолютно тебе незнакомые, абсолютно незнакомые, да. И это такой интерактив, которого нету в газете или в журнале, да, там в газете написал статью и все. Ну, там, да. Может, понравилось, может, нет. А здесь ты сразу получаешь обратную связь, и это на самом деле настолько затягивает, это как наркотик. И я тогда стал уже как бы обо всех своих путешествиях писать. Ну, исключительно о путешествиях или у тебя уже есть там тематические какие-то вещи? Вот это... Ну, начинался мой блог исключительно как путешествие, и формат был только путешествия. Но потом я добавил формат «Как это сделано», который был очень популярен. То есть у меня было несколько постов. Грубо говоря, меня пригласили в аэропорт Домодедово и показали всю изнанку аэропорта. То есть там завели в отделение, где багажное отделение, на вышку диспетчерскую. И вот я писал о том, либо там я ездил... Подожди, в каком качестве туда тебя пригласили? Как блогера. Как блогера уже? Да, уже как блогера. То есть ты как некий корреспондент, да, уже приходишь? По большому счету, да, блог — это такое маленькое средство массовой информации, которое не признано.
меня там каждый месяц читает в среднем 1,5 миллиона человек. Да ты что? То есть, по большому счету, это очень большая аудитория, через которую можно доносить какие-то мысли. Поэтому многие компании заинтересованы в том, чтобы рассказать о себе через блоги. И для этого, естественно, они выбирают наиболее востребованных, ну, в частности, блогеров, которые наибольшая аудитория, я правильно понимаю? Ну, безусловно, они стараются пригласить блогеров, да, которые смогут максимально широко осветить, ну, я не знаю, их производство или что-то еще, то, что им интересно. Ну, и вот плавно переключаясь на основную тему нашей беседы, да, как зарабатывать-то на этом? Потому что, опять я возвращаюсь, ну, в частности, мотивация твоя, и я так понимаю, в подавляющем большинстве случаев, да, люди заводят собственные блоги для того, чтобы... Ну, некое самовыражение, да, присутствовало. То есть. Безусловно, то есть обычно это начинается все с того, что как бы вот человек хочет самовыразиться. Да, после того, как он набирает определенную аудиторию, он начинает понимать, что, о, слушай, а в принципе на этом можно и заработать. И начинают пытаться. Есть несколько способов зарабатывания на блогах, да. То есть самый правильный, тот, которым я пользуюсь, это размещать посты, которые честно подписаны реклама, да. То есть у тебя, что такое блог? Это набор статей, которые идут одна за одной. То есть там у меня статья про Норвегию, статья, я не знаю, там про Северный полюс, статья про Южный полюс. И потом идет статья... Кстати, бывал и там? Да, да, да. И потом идет статья, где написано сверху крупная реклама, чтобы человек сразу понимал, что это не то, что я пишу и я ему навязываю. Ну, это рекламное пространство, которое я продал в своем блоге рекламодателю. Ага. Вот об этом поподробнее, пожалуйста. То есть как это взаимоотношения с кем строятся? Взаимоотношения... Есть некое рекламное агентство, да? Ну, есть либо рекламное агентство, либо конкретная компания, которая хочет разместить рекламу. У меня есть специальное предприятие, на которое, как бы, которое я зарегистрировал специально для того, чтобы получать деньги за рекламу. Соответственно, мы заключаем с ними договор. Они по безналу все проплачивают, предварительно всегда предоплата. И после этого я размещаю их пост. То есть ты непосредственно ты с рекламодателем общаешься, да? Посредник. Я, да. Нет, бывает рекламное агентство. Приходит агентство и говорит, тут у нас есть клиент, который хочет разместить у вас рекламу, пожалуйста. Слушай, здорово, здорово. Так, хорошо, это один из способов. Это самый правильный, самый честный способ. Самый честный, да? Да, да, да. А теперь, как говорил Остап Бендер, да, о тех небольшом количестве нечестных способов отъема денег. Но, безусловно, есть блогеры, которые не гнушаются писать посты. Ой, я вчера зашла вот в такой-то магазин. Заказуха по такому называется. Адресу. Джинса. Так. Я ее называю джинса. Да? Да, то есть зашла в такой-то магазин, там такие туфли увидела. Ой, и стоит недорого, и скидка, и вот адрес магазина, давайте все туда. Да. Ну, это на самом деле белыми нитками шито, и всегда видно, что это заказуха, но... Тем не менее, многие люди, как бы, так как, понимаете, блогеры, у них есть определенная степень доверия, потому что блогер — это человек, который приходит к вам в дом через экран монитора каждый день, и вы его каждый день считаете, вы уже знаете, что он за человек, и поэтому вы ему доверяете, поэтому степень доверия к блогерам значительно выше, чем степень доверия к Первому каналу или к какой-либо другому средству массовой информации. Поэтому многие люди воспринимают это за чистую монету, и, конечно, такая реклама, наверное, работает лучше. Кстати, вот о степени доверия, да, не случайно ты сравнил степень доверия блогера и там ведущий телеканал российский. Вот в чем здесь причина? Может быть, потому что блогер — это, ну как, в какой-то степени уже твой знакомый, товарищ, друг твой, да, а что я такое думаю, телеканал? Это... Да, я думаю, что причина именно в персонализации. То есть, ты знаешь конкретно, кто стоит за этим блогом. Ты знаешь этого человека, он показывает свои фотографии. Ты можешь с ним встретиться где-то в магазине, в метро, или блогеры устраивают встречи с читателями, да, где они общаются, они дают какие-то интервью. Ты можешь послушать, как этот человек говорит вживую, посмотреть на него видео. Поэтому блогерам доверяют гораздо больше, чем телеканалу, чем другим средствам массовой информации. То есть вот дело именно в персонификации. Да, да. Хорошо, значит... Мы говорим о способах зарабатывания, реклама, ну, потом вот это, скрытая реклама, да, или джинса, еще как можно? Да. Ну, безусловно, можно получать какие-то подарки, да, то есть многие блогеры пишут там не за деньги, а им там приносят какой-нибудь гаджет, там, новый телефон, и он пишет об этом телефоне, там, или ему дали там машину на прокат, покататься на неделю, он пишет об этой машине. Это нельзя назвать заработком, но это мелкие пряники, которые приятные, которые, ну, ничего не стоят. Ладно, значит, тогда давай вот о чем поговорим. Ну и опять на своем примере расскажи, пожалуйста, как стать вот этим блогером для того, чтобы, да, к тебе обращались рекламодатели, чтобы кто-то, значит, просил тебя протестировать, да, тест-драйв устроить на автомобиле и так далее.
Ну, блогером стать достаточно просто. Для начала нужно завести аккаунт в какой-либо из социальных сетей. Там на сегодняшний день у нас есть несколько социальных сетей. Это ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук и Одноклассники. И отдельно стоит живой журнал, Live Journal. Потому что Live Journal все-таки не социальная сеть, это блог-платформа. Да? Это сообщество людей, огромного количества людей, которые делятся друг с другом. Причем, если вы хотите доносить какие-то мысли до большой аудитории, то через Твиттер вряд ли это получится. Мне кажется, да, и Facebook, и все-таки да. это сеть для контактов, да, таких. Да, это именно там, между своими друзьями о чем-то поговорить. Но до большой аудитории, грубо говоря, я ни разу не видел записи с Твиттера в топе записи блогов. Да, то есть там попадают только либо стендалоны, либо ЖЖ. В основном, конечно, это записи в ЖЖ. Поэтому, если вы хотите как-то продвинуться, да, и продвинуть свои идеи в массы, то, безусловно, вам нужен блог в живом журнале. После того, как вы его завели, вам нужно выбрать тему, о чем вы будете писать. То есть вы можете писать о кошечках, да, кошечки – это очень-очень популярная тема. Да, это самая популярная тема. Сейчас, Сереж, мы прервемся, послушаем новости на Финам-ФМ, потом продолжим. Конечно. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Я Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Сергей Доля, фотограф, блогер, и, соответственно, он рассказывает нам, как можно на блоге не только получить удовлетворение, да, не только повысить свою самооценку, но еще, оказывается, можно и заработать, что нам всегда очень интересно. Кстати, по этому поводу есть вопрос к тебе. Ну, ответь на него, как считаешь нужным. Сколько вы зарабатываете, интересуется Дмитрий, сколько вы зарабатываете сейчас на своем блоге? Ну, недавно, кстати, было проведено исследование каким-то из блогеров, который списался со всеми блогерами, которые размещают рекламу, узнал, сколько стоит у них рекламный пост, и выложил такую сводную таблицу, кто сколько зарабатывает, поэтому информация достаточно открытой сети, можно найти. Но я не скрываю, то есть сейчас на сегодняшний день рекламный пост в моем блоге стоит 150 тысяч рублей, где-то там 4-6. А как выглядят, кстати, вот эти рекламные посты? Это обычные баннеры, да? Нет, ни в коем случае, это не баннер, это он выглядит точно так же, как и обычный пост. Просто сверху написано, что это реклама, пост оплачен и текст предоставлен рекламодателю, чтобы люди сразу понимали, что это не я писал, а это просто текст, который я размещаю. То есть есть вот, да, текст твой, потом идет рекламный текст, потом опять твой. Да, 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 да. То есть идет там, ну, как я уже говорил, то есть какая-то моя статья, потом идет рекламная статья, потом опять моя статья, моя статья, моя статья, моя статья, рекламная статья, понятно, моя статья. Ну, если говорить о цифрах непосредственно, даже о приблизительно, это приличные деньги, да, все-таки. Безусловно, это очень большие деньги. Ну, к этому надо прийти. Ну, да, то есть, ну, я их использую не для себя. У меня есть социальный проект, который называется «Блогер против мусора». Это такой всероссийский субботник, который я организовываю. Поэтому у меня, там, я не знаю, в прошлом году у нас в 180 городах вышло больше 30 тысяч человек на улице, чтобы убирать мусор. То есть мусор в буквальном смысле слова. Мусор, я просто жду паузы в твоем рассказе, чтобы понять, о каком мусоре идет речь. Нет, 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 в буквальном смысле слова. То есть люди выходили в лесопарковые зоны, залазили в кусты, вытаскивали оттуда памперсы, шприцы, битые бутылки кошмар. И вывозили. Но на это все нужны деньги, потому что, во-первых, это нужно все организовать, потому что 180 городов, то у меня работает команда, 7 человек, которым я плачу зарплату. Грубо говоря, зарплату я им плачу из этих денег. Плюс нужны всем купить футболки, перчатки, мусорные мешки, потом мусор надо вывезти. То есть там достаточно большие траты, вот на это я использую рекламу. Но при этом еще это в разных городах, я правильно понимаю? Да, да, да. То есть это больше 180. То есть у нас было 180 уборок по всей стране. Это серьезно. Так, хорошо, давай тогда вернемся к нашему разговору о блоге. Есть, кстати, еще один способ, как можно заработать на блоге, о котором я не сказал. Уже четвертый, да, я загибаю пальцы? Наверное, четвертый, да. То есть вы можете использовать свой блог, в том числе для продвижения какого-то своего бизнеса. То есть так же, как вот недавно, где-то 3 месяца назад, я открыл ресторан на Маяковке, Долька Бар, и я об этом писал, да, то есть я стал об этом писать в блоге с самого начала, то есть началось все с того, что, типа, ребят, у меня есть идея открыть ресторан, потом, типа, ребят, вот я нашел место, вот дизайн, как вам нравится, не нравится. А ребята, кстати, реагируют вот на эти промежуточные блоги? Конечно, конечно, им очень интересно, они были вовлечены во весь процесс построения ресторана. Что они в ответ тебе пишут? Ну, они пишут, ой, клево, нет, ну, да, там, советуют, есть же многие люди, которые связаны с ресторанным бизнесом, кто-то там показал дизайн, там, писали, ой, нам не нравится, нам не
нравятся такие стулья, а вот это надо переделать. Я что-то учитывал, что-то нет, что-то делал, как я считаю нужным. И потом, естественно, после того, как ресторан открылся, всем было интересно прийти посмотреть, люди стали приходить, и мы, в принципе, с первого месяца вышли на операционную прибыль, и у нас сейчас самая большая проблема, у нас не хватает свободных столиков. Места не хватает. Да, нормально. То есть я не рискнул слишком сильно, построил достаточно небольшое заведение, оно такое камерное, но мне удалось там создать атмосферу, и людям нравится, они ходят по много раз. Причем, наверное, да, тема может быть вот в частности и в этом ресторане, может, у тебя и сеть появится, он такой... С блогоуклоном, может. Безусловно, да? Это сейчас самое блогерское место в Москве, то есть там собираются каждый вечер блогеры, и они там развиртуализируются, да, потому что одно дело совершенно ты верно. В сети под ником какой-нибудь. Я хотел рассказать, что к тебе пошли твои читатели бывшие, да, которых ты просто видел в интернете. Не только мои, там очень многие известные блогеры проводят там встречи со своими читателями, приходят вместе. И, более того, он действительно блогерский ресторан, потому что у меня в туалете есть так называемая ЖЖ-стена, то есть это стена, которая сделано как борт, да, как доска, и фломастер. И каждый может с фломастером написать свой ник, что он здесь был, что он об этом во всем думает, стереть там что-то другое. Поэтому она такая живая и каждый день обновляется. Прикольно. Здорово. Так, давай тогда мы к этому чуть позже вернемся. О тенденциях поговорим. Мы абсолютно ни для кого не секрет, что многие вещи, и в частности связанные с социальными сетями, с интернетом в целом, это вещи во многом приходящие к нам из-за рубежа. Вот как мода на блоге, ну даже не мода, а просто сама вот эта идея, как она коррелируется с тем, что в Америке, в частности, в Европе? Ну да, я согласен, что, грубо говоря, все, что происходит в Америке, у нас происходит где-то с отставанием в 2-3 года. И давайте посмотрим, действительно, что там происходит. А там происходит следующее. В прошлом году в интернет-рекламу в Америке вложили больше денег, чем в телевизионную рекламу. То есть рекламодатели, они понимают, что думающие, прогрессивные люди, они перестали смотреть телевизор, и они пошли в интернет. Соответственно, они вкладывают деньги там и позволяют блогерам на этом зарабатывать. И в том числе, да, в социальные сети. А что случилось с блогерами? Если раньше там тоже были там топовые, так называемые, блогеры, лидеры мнений, и каждый писал сам за себя, они осознали, что очень сложно одному человеку тащить целый журнал с огромной посещаемостью. Да? Это надо каждый день писать, это реально тяжело находить темы какие-то. Поэтому они стали объединяться, и там появились такие коллективные блоги, которые стали очень успешно конкурировать уже с самыми популярными порталами. Поэтому у меня есть такая идея создать такой же коллективный блог здесь, в России. Мы уже несколько раз встречались там с другими людьми, которые могут генерить контент. Еще такое там топовый блогер, там они не топовый блогер. Топовый блогер — это человек, который может генерить контент, да, то есть который может писать что-то интересное большой аудитории. И он может писать не просто там перепостил чьи-то фотографии, да, он может создавать кошечек, что-то. Да. Поэтому идея такая, чтобы создать коллективный блог, который будет покрывать сразу несколько направлений. Там кто-то будет писать про автомобили, кто-то про авиацию, кто-то про еду, кто-то про путешествия. То есть мы опять идем к тому, что создается некое новое средство массовой информации, но новое имеется в виду оригинальное и в неком другом формате. По большому счету, да. Но из людей, у которых у каждого уже есть своя достаточно большая аудитория, которая может привлечь эту аудиторию в коллективный журнал, и аудитории ведь не всегда пересекаются у блогеров, да, то есть, соответственно, он привлек в коллективный журнал свою аудиторию, а та аудитория узнала о ком-то еще, кто уже пишет для нашего журнала. Ну смотри, нет ли здесь проблемы? С одной стороны, у тебя был свой блог, свой живой журнал, у тебя была своя аудитория. Ну и давай уж так я материально поставлю вопрос. Она приносила тебе некий доход. Хотя, понятно, да, ты распорядился им так, как считаешь нужным. А когда вы объединились, то ты стал... даже не менее популярен, что ли, менее востребован, может быть. То есть ты потерялся вот в этом обилии своих. Не совсем так, потому что коллективный блог совершенно не отменяет твой личный блог. Да? То есть я точно так же продолжаю вести свой личный блог, где будут те же самые статьи. Если кто-то хочет читать их у меня в блоге, он может продолжать читать их у меня в блоге. А коллективный блог также будет в живом журнале, да? К примеру. К примеру, да. То есть это будет какое-то сообщество, возможно, в живом журнале. Смотри, вопрос есть от Матвея. Я начинающий блогер, пишет он. Как сделать так, чтобы мой блог читало больше? Ну, на самом деле, я так говорю, самая главная проблема, да? Как сделать так, чтобы я был интересен и в дальнейшем итоге, чтобы все сложилось так, как у Сергея, в частности. Так вот, как сделать так, чтобы мой блог читало больше людей? Как сделать его популярным?
Ну, смотрите, конечно, можно прибегать к каким-нибудь ухищрениям, чтобы продвигать свой блог. Есть несколько путей. Первый и самый... Ну, давайте так, чтобы блог был популярным, в первую очередь, нужно интересно писать. Вот. Я, если позволишь, я переначу. Надо быть интересным просто. Чтобы ты был интересен людям. Да, ну, надо, даже, может быть, ты вот закрытый в жизни, и людям ты в жизни не интересен, но ты должен именно интересно писать и уметь развернуть какие-то свои мысли. А, после этого нужно все-таки писать регулярно, потому что, знаете, есть блогеры, он там раз в месяц что-то напишет, да. И думает, что же я такой непопулярный. Ну, извините, это... Причем раз в месяц это могло заинтересовать всех, да? Да, да, да. Фурор, все... И он пропал. И он пропал на месяц. Да, есть такие блогеры, которые действительно пишут очень интересно, но редко. Все-таки надо понимать, что блог — это сериал, да? То есть вы каждый день должны что-то создавать и что-то писать. А дальше как продвинуть блог? Ну, есть несколько способов. Допустим, я не знаю, пишете вы об Италии, да? Написали, съездили в Италию в отпуск, написали о ней. Есть же тематические сообщества, типа RuTravel, да, или RuItalia. Uh-huh. Это сообщество, где сидят люди, которым интересна Италия. И там уже достаточно много людей. Ну, зайдите вы в это сообщество и напишите там свой пост. Не жадничайте, выложите вы его туда. Если людям понравится, что вы пишете и как вы пишете, они зайдут к вам в блог, посмотрят, а что еще вы там пишете. Если вам им понравится все остальное, они подпишутся. Но сейчас, в последние, наверное, 2 месяца в ЖЖ появилась очень интересная штука. То есть, если вы хотите вложить какие-то деньги в свой блог, то у них появилась так называемая промо. То есть, что это такое? Вы заходите в ЖЖ, например, в топ ЖЖ, где топ записи, и сверху вы можете поставить свою запись самой первой. Она будет выделена немножко другим светом, она будет написана промо, но это надо заплатить. И там аукционная система. То есть, кто больше заплатит, того записи висит в промо. Точно так же сейчас у многих блогеров там появилась такая же... Это кто так придумал, кстати? Само ЖЖ? Это ЖЖ, да. Понятно. Это их штука, и это реально работает, потому что я часто вижу сейчас в последнее время в топе записи каких-то абсолютно неизвестных начинающих людей, но я видел, что они реально вкладывались в промо, причем это стоит, ну, не очень больших денег. Ну, это пока. И... Пока, да, но скоро этот механизм раскусит, уже туда и... Сотовые операторы пришли уже, как совершенно бы они прочухали, верно. И тревел-операторы пришли, они стали пользоваться этим. Потому что там, я не знаю, за $10 можно 3 часа там, или 4 часа провисеть. Да, повисеть на первом месте. На первом месте. Да. Это реально пока что копейки. Как только этот механизм раскрутится, ЖЖ сейчас инвестируют, они вваливают $300,000 в это. То есть они раздают блогерам гранты на $300,000 для того, чтобы они их использовать для продвижения своих журналов. Ну, сейчас, соответственно, эта масса денег окажется у блогеров, они начнут их использовать, и цены поднимутся. Ну и в любом случае, да, это же в результате самому ЖЖ, да, самому же моему журналу, это через некоторое время. Ну, естественно, они тоже берут свою комиссию с каждого размещения, то есть они таким образом тоже зарабатывают. Но это реальный инструмент, который реально работает, потому что я это видел. Я видел одного своего друга. Простите. Завести блог. Он завел его 2 недели назад. То есть вот первую запись он написал, и мы ему говорим, ну давай вот мы сейчас вот будем использовать это промо и посмотрим. И через 3 часа его запись была в топе. Ну там была интересная запись про Барселону. О том, как он съездил в Барселону. Ну, я тем не менее все-таки хочу уточнить, даже если мы используем вот технологии новые, да, некие, даже если там мы включаем дополнительные какие-то механизмы. Все равно надо быть интересным. Да, да, это в первую очередь. Это то есть нужно интересно писать. Это в первую очередь. Кстати, здесь навык какой-то нужен, литературный. Тем более, вот ты начал с того, что твоя-то мотивация была такая, что ты не любил в школе писать сочинения, а сейчас вон что творится. Ну, безусловно, литературный навык вам поможет, но это не обязательно. То есть есть многие люди, которые пишут там «Моя твоя хотеть ходить кино в ЭС». И становятся тем не менее популярными. Они становятся популярными, потому что они пишут, они, может быть, не могут правильно изложить свои мысли как-то красиво, да, но они излагают правильные мысли, и они становятся популярны. Вот это, кстати, любопытно. Сейчас мы еще раз слушаем новости на Финам ФМ, потом продолжим. Уважаемые слушатели, продолжаем наш эфир на Финам ФМ Бизнес-класс. Я Олег Дмитриев. В гостях сегодня Сергей Доля, фотограф, блогер. И, собственно, тема программы, как можно заработать на блоге, да, как можно блогеру заработать. Ну и, на самом деле, главное, как можно стать блогером, да, как нужно стать блогером. Вот Сережа рассказывает об этом достаточно подробно, и вывод я сделал, по крайней мере, очевидный, несмотря на многие ухищрения, все-таки самое главное быть интересным, самое главное обладать навыками. Хотя вот очень любопытно то, о чем ты рассказал до новостей, да, то есть некие популярные блогеры все-таки даже с русским языком не особенно дружат, получается. Ну, честно скажу, то есть у меня с русским языком тоже не очень, да, и я когда начинал, то
я, кажется, свой пост давал проверять жене. То есть она выверяла там все запятые, проверяла там ошибки, исправляла. Ошибок было миллион. Ну, и до сих пор я иногда делаю ошибки в словах. Но, тем не менее, там, за 4 года, что я веду свой блог, я уже так русский немножко подучил. То есть, ну, сейчас хорошо, ты уже... подучил русский. А с другой стороны, давай представим, что человек вот не имеет, да, не имеет возможности обратиться к близкому, да, кто может подредактировать, и постит вот из раза в раз с грамматическими ошибками, со стилистическими, может, какими-то. Знаете, это может... в блогосфере уровень, вот порог... грамотности, он достаточно низкий. Я не имею в виду, что люди безграмотные. Я имею в виду, что люди понимают, что это не журнал, а это блог. И они абсолютно терпимо относятся к ошибкам в русском языке. То есть, ну, иногда, конечно, кто-то вылезет, скажет, там, граммар нации, да. Сколько там, же типа, можно? О, ты неправильно написал, там, стеклянный, оловянный, деревянный. Ну, кстати, не случайно, наверное, да, что вот это интернет, интернет-сообщество в свое время, я так понимаю, сознательно создавала, да, коверканный русский язык, помнишь эти все? Да, да, возможно, да, но истории. То есть я еще раз хочу сказать, что если вы считаете, что вы там не очень грамотный человек, вы пишете с ошибками, то не надо бояться писать, то есть это не должно вас останавливать. Это точно так же с английским языком, да, вы только изучаете его, но у вас не должно быть барьера и боязни разговаривать на этом языке, вы должны это делать как можно чаще, тогда очень часто, кстати, научитесь. Он возникает, этот, да, барьер, ой, я неправильно, произношение у меня корявое, да, люди боятся говорить. Говорить, а это неправильно. Наоборот, нужно говорить как можно больше, нужно больше тренироваться. И, ну, да, вас поправили, но ничего страшного, учитесь на своих ошибках. Скажи, пожалуйста, вот попытка структурировать все и вся, у меня возник такой вопрос. Вот в этой блогосфере есть какие-то жанры наиболее востребованные? Конечно. То есть, если мы посмотрим на блоги, то они делятся, можно их поделить там по жанрам. То есть, есть люди, которые пишут о политике, да, это там достаточно, это самые популярные блоги, потому что это наша ежедневная жизнь, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и люди любят об этом читать. Второй популярности жанр, это, наверное, тот, в котором я пишу, это путешествия. Потому что мы все любим ездить в отпуск, мы все любим куда-то ездить путешествовать. Но я бы даже сказал, смотри, так, мы посудачили о политике, да, а нам это надоело, давайте куда-нибудь. Да, да, такая развлекуха такая пошла. Отвлечу. И поэтому блоги о путешествиях достаточно популярны. Именно, но это даже не просто блоги, а фотоблоги, потому что... Кстати, ты фотограф и блогер, фотограф, ну, да? То есть ты приводишь... Я не называю себя фотографом, ну, хорошо, да, я менее... человек с аппаратом, который ездит по миру. Я не называю себя фотографом, я не называю себя путешественником, потому что я прекрасно понимаю свой уровень и уровень мировых величин. Ну, в общем, да, это не художественная фотография наверняка, но, конечно, смотри, опять, мотивация твоя пофотографировать, это просто иллюстрировать твой будущий блог, или фотографии сами за себя могут что-то рассказать? Нет, фотографии сами за себя, то есть я фотографирую не ради блога и путешествую не ради блога, да, то есть я это делаю, потому что мне это в кайф, то есть мне это нравится, мне это доставляет удовольствие, поэтому я этим занимаюсь. А то, что я веду блог, и у меня уже вот есть такая информация, которую я могу там использовать, ну, это просто так повезло. Да, так что, если мы вернемся к темам, то вот фотоблоги о путешествиях, наверное, стоят на втором месте. Есть очень популярная тема кулинарии, да, то есть, потому что мы, опять же, когда вы заводите свой блог, вы должны понять, кто будет ваша целевая аудитория, то есть, для кого вы будете писать и о чем вы будете писать. Вы можете выбрать вот широкую тему, как путешествие или политика, можете выбрать что-то узкое, да, вы можете писать о каких-нибудь там подшипниках, которые производят там на вашем заводе, но писать о них каждый день и со страстью. Но, тем не менее, смотри, вот вероятность стать суперблогером, говоря о политике, да, и о подшипнике, наверняка все-таки вероятность конечно, не равна. Конечно, разная. Почему? Потому что у вас разная целевая аудитория. Ну, какому количеству людей интересны ваши подшипники? Вот ну, это очень вам узкий и еще круг. Это вашему коллеге с завода с этого же. Безусловно. То есть, когда вы заводите свой блог, вам нужно все-таки придумать какую-то тематику, которая будет интересна широкому кругу. Ну, давай, тем не менее, если можно, вот этот список. Итак, политика, потом путешествие, потом кулинария, да? Ну, кулинария, да. Есть еще достаточно популярные блоги, которые занимаются тем, что они находят различные какие-то смешные картинки, или там тех же кошечек, ну, кошечек или еще чего-то. Да? И они, то есть они не генерят сами контент, но они работают такими агрегаторами, которые собирают что-то интересное по разным другим сайтам и выкладывают выжимку у себя, такие сливки. Ну, такие блоги тоже достаточно тоже популярны. Бывает, да? Это в том плане, что вот анекдоты, кто-то постоянно постит анекдоты. Ну, да. То есть, там не только анекдоты, там скорее всякие карикатуры, рисунки или смешные истории. Там достаточно широкий круг тем, которые они затрагивают.
Ну и в конечном итоге, в любом случае, да, если мы говорим о популярности того или иного блога, это количество аудитории, да, количество аудитории. Ее так подсчитывает, кстати. Да, смотрите, раньше считалось все в лоб, то есть сколько у вас подписчиков. То есть есть подписчики, это люди, которые подписались, это значит, что у них есть так называемая френд-лента. Что это такое? То есть, допустим, он читает трех человек, и вот он открывает экран на мониторе, и у него появляются посты в хронологическом порядке этих трех человек. И он их все просматривает, то есть он, грубо говоря, видит все, что есть. И раньше рейтинг считался именно таким образом, то есть у кого больше подписчиков. Сейчас ЖЖ ушло от этого, они ввели понятие социального капитала. То есть это хитрая секретная формула, о которой они не говорят, но она направлена на что? Просто раньше достаточно популярна была такая штука, как взаимофрендинг. То есть люди пишут у себя: все, кто меня зафрендит, то есть добавит меня в подписчики, я добавлю в подписчики в ответ. Они друг друга никогда не читают и не будут читать, но у них как бы количество подписчиков два раза расширяется аудитория, образом растет, да. Плюс есть так называемые боты. То есть это какие-то программы, которые выдают себя за людей, которые зарегистрированы как человек. И они там есть простой алгоритм, они просто ходят по журналам там и оставляют какие-то стандартные комментарии, типа: о, клево, круто, я бы так не смог. А кто, кстати, эти боты пишет? Ну, какие-то программисты. Не, ну, я сам этого не умею, но я так понимаю, что это достаточно легко сделать, потому что их просто много. И вот для того, чтобы отсеять вот этих вот ботов и людей, которые занимаются взаимофрендингом, ЖЖ придумал вот этот социальный капитал. Что такое социальный капитал? Это насколько вы, как блогер, можете влиять на социум, на остальную аудиторию. Потому что если у вас... То есть они реально считают, сколько у вас живых людей. Потому что подписчиков понятно, у меня боты, там конечно, да. может быть очень много, но при этом они считают, кто реально зашел к вам в блог каждый день там, или раз в месяц. И в зависимости от этого как бы растет ваш социальный капитал. Ну, смотри, вот подсчет этот действительно наверняка эта форма секретная, потому что я вот сейчас представил, как можно этот подсчет осуществить. Самое очевидное — это оставить количество комментариев. Да? Вот я написал что-то, и дальше у меня идет комментарий. Но опять-таки, человек, который прочел, и даже мой пост ему понравился, не всегда ведь будет комментировать. Смотрите, есть же... То есть по количеству комментариев все это нельзя ориентироваться, потому что можно пост написать, типа: а как правильно, на Украине или в Украине? И все, и у вас там 1000 комментариев, да, холивар, и люди все пишут. Рекламный этом... контракт на миллион долларов. Да, да, да. Но при этом как бы ваш пост ни о чем, это избитая старая штука. А можно написать действительно что-то очень интересное, но или там разместить какую-то очень хорошую фотографию, гениальную, но люди просто посмотрят на нее, но не будут ничего писать в комментариях, потому что есть такая вот... То есть, если вы не троллите у себя в ЖЖ, что такое троллить, да, это как бы провоцировать аудиторию на какую-то реакцию ответную. Да, если вы им просто что-то показываете, то они просто посмотрели, все, и пошли дальше. А, кстати, вот провоцировать аудиторию на реакцию, это все-таки двоякое, да, можно реакцию положительную, реакцию отрицательную, а троллинг — это все-таки понятие такое негативное, нет? Безусловно, троллинг — понятие негативное, потому что, ну, и слово «провоцировать», оно тоже как бы имеет негативный окрас. Даже если вы его провоцируете, спровоцировать на положительную реакцию, ну, как-то... Да? Не очень звучит. Не звучит. Вот именно, когда мы говорим о блогосфере, наверное, ну, и об интернете, в целом вот эта история с троллингом, она стала наиболее популярна, и причем вот задача какая решается? С одной стороны, действительно, это провокация, да, сообщество некого, да? А с другой стороны, это провокация в адрес кого идет троллинг? Ну, по-разному. То есть троллить можно сразу там всех своих читателей, да, если вы пишете об этом в посте. Либо может к вам в комментарии прийти человек, который будет троллить ваших читателей. То есть он, кто-то написал там комментарий: о, типа, мне понравилось. Да. А он ему в ответ: да ты, дебил, ничего не понимаешь, вот это все ерунда. И вот они зацепились и начали там это... И вот получается там миллион комментариев, ветка целая большая, на ровном месте. На ровном месте. На ровном месте. Ну, то есть задача-то вот именно это была. То есть ему просто, он сидит, ему скучно. Пятница вечер, он сидит один дома в квартире. Я блогер. Да. Вот я, как любой нормальный, извини, блогер, переживаю по поводу комментариев в отношении моего поста, ну и вообще по поводу активности, да. Я очень хочу, чтобы это было все больше и больше. И что я делаю? Надо вот эту провокацию. Ну да. Я позвоню там кому-нибудь: Андрюх, давай так вот, зайди сейчас, да, и какую-нибудь хрень там напиши. И все, и сцепились, и пошло, как ты говоришь, ты, и там, значит, огромное количество.
я чемпион. Нет? Ну, в своих глазах, да, но в глазах социального капитала и рейтинга вряд ли, да? Количество комментариев не учитывается. Ну, да, вот я к тому, что все-таки вот эта вот секретная формула ЖЖ, она... Ну, она реально секретная, я ее не знаю. Она, да, не будет учитывать, вот никому и не говорят. Но варианты. Какие-то моменты я знаю, то есть я знаю, что количество комментариев не учитывается. Ну, это правильно. Это правильно. Хорошо. Значит, мы возвращаемся с тобой к нашему разговору по поводу того, как заработать на блоге, мы поговорили. Значит, тут есть, на самом деле, глобальная такая тенденция. Практически все, о чем бы мы ни говорили, как минимум в бизнес-классе, сводится к тому, что активность вот в любом жанре, да, в любой отрасли уходит в интернет. Вот в связи с этим, да, как ты видишь в ближайшее время развитие именно блогосферы, да, может, какие-то новые появятся возможности для заработка, потому что какие-то, да, так сказать, образуются новые социальные группы по интересам, по профессии, да, по другим вещам. Угу. Смотрите, действительно, сейчас существует очень много отраслей и бизнесов, которые, может быть, слышали слово «блог» или слышали слово «твиттер», но что, да, это, что такое, это такое, не знают. Точно не знают. Эти люди, которые всю жизнь отдали бизнесу, которые очень много сил потратили на то, чтобы построить какую-нибудь там розничную сеть, чтобы она была идеальна, работала все хорошо. Но, к сожалению, люди об этом не знают. То есть они сейчас столкнулись с проблемой, что им нужно донести эту информацию до людей. И здесь блогосфера как нельзя лучше подходит для этих целей. Поэтому я вижу, что все больше и больше бизнеса будет приходить в блогосферу, и больше возможностей заработать будет у блогеров. Потому что сейчас, безусловно, блогосфера очень сильно недооценена. Uh-huh. И то есть, если сравнить количество, там, ну, грубо говоря, я размещаю рекламный пост, я вижу, сколько человек его прочитал. Его читает там минимум 100 тысяч человек, uh-huh. иногда больше. И если сравнить затраты на то, чтобы вот 100 тысяч человек тебя увидело там на, я не знаю, в журнале или еще где-то, они значительно выше. Конечно. А при этом, опять же, я уже говорил, что есть персонализация и доверие к блогеру. У меня нет ни одного отрицательного отзыва от рекламодателя, который бы пришел и сказал: слушай, мы вот тебе заплатили денег, да, в итоге даже не получили, не отбили их обратно. То есть у меня есть люди, которые заказывают там сразу там оптом по 10 постов. То есть вот, на год мы заключили договор, что там раз в месяц там будет его пост рекламный у меня появляться. Потому что он видит, как это работает. Поэтому я думаю, что у блогеров очень большие перспективы. То есть года через 2, через 3 уже можно будет зарабатывать реальные деньги на блоге. Есть 2-3 года для того, чтобы стать, да, блогером. Да. Нет, я знаю несколько блогов, которые были заведены именно как бизнес-проект. То есть это люди, которые создали свой блог для того, чтобы зарабатывать на нем деньги. Они в течение года инвестировали свое время, то есть они ничем больше не занимались, они вели блог, они были активны в комментариях у других блогеров, они пытались засветиться любым способом. Соответственно, они сейчас набрали аудиторию, к ним пришли рекламодатели, и они уже начали зарабатывать на этом деньги. То есть это, кстати, как бизнес. Вот, да. Это я бы даже сказал, бизнес-план мы с тобой сейчас построили. Ну, он уже осуществлен. Совершенно, да, некоторыми все, ну, любой бизнес-план, это, так сказать, не открытие. Да, мы прервемся, сейчас послушаем новости еще раз, потом продолжим. Ну что ж, подходит к концу, к сожалению, наш эфир, осталась его последняя часть. Мы сегодня говорим о том, как возможно заработать на блоге. Мы говорим об активных участниках этой сферы жизни, сферы деятельности. В гостях у меня Сергей Доля, фотограф, блогер. Ну и вот интересная тема, да, мы практически сейчас, Сергей, озвучил бизнес-план некий, потому что очевидно, да, что активность в интернете, в социальных сетях набирает обороты, и практически уже все сферы жизни перетекают плавно туда-туда. Наверняка, да, как ты уже сказал, я повторю, значит, это не минует и блогосферу, поэтому если кто-то может сейчас уже, да, так сказать, вот на этих ожиданиях предположить, что блогосфера даст возможность заработать, то вот, пожалуйста, выстраивается это именно так, да. То есть сейчас надо заводить блог, надо его насытить чем-то, да, чтобы он стал популярен, а потом, соответственно, вам как манна небесная посыпятся рекламные контракты, и все. И жизнь удалась. Да? Да, ну на самом деле, то есть на первом этапе, безусловно, нужно инвестировать свое время в этот, да, блог, потому что у меня на блог уходит где-то там 4-5 часов в день, чтобы было понятно, да, то есть это как вторая работа, потому что, ну вот я пишу о фотографиях, ну о путешествиях с помощью фотографий.
чтобы я все фотографии обрабатываю. То есть на то, чтобы подготовить фотографии для поста, это как бы час минимум. Есть же какой-то Инстаграм, по-моему, что ли? Ну, Инстаграм, безусловно, есть такой сервис, и он в последнее время стал уже больше, чем Твиттер по количеству участников. Но это немножко другое. То есть я все-таки делаю фотографии... Художественную. Не художественную, но я стараюсь сделать, чтобы она была качественная. Да? То есть там резкая, горизонт, чтобы не был завален, там грязи какой-то не было на фотографии. Поэтому... уходит. Ты не просто тогда человек с фотографией, с фотоаппаратом, как ты скромно упомянул. Да, и потом уходишь очень много времени на то, чтобы написать пост, да, потому что достаточно мне, например, сложно складывать слова в предложение, да, поэтому я... Не, ну изначально, смотри, вот опять-таки, помнишь, ну мы о мотивации когда говорили в самом начале, да, кто такой блогер? Ага. Он писатель, он кто? Он рассказчик, он публицист. Известная есть фраза, да, если можешь не писать, не пиши. То есть, да, настоящий писатель — это тот, который не может не писать, потому что из него прет, пардон. Вот блогер, он такой же, или просто, опять мы, вот бизнес-план мы с тобой сейчас, да, нарисовали. Моя задача зарегистрировать блог и, значит, насытить его, сделать популярным. Еще я сажусь и сижу. Так, ну, о чем бы мне вам написать, ребята? Ну, знаете, именно так начинается очень большое количество блогов, да. Но потому они... что именно этим блогеры отличаются от писателей, да. То есть писатели, журналисты, из них это все льется. Да? Ну, не журналисты, скорее писатели, да. А блогеры нет. Он очень часто садится и думает, что бы еще написать. То есть это нормально? Это нормально. Для блогеров это нормально. Потому что меня, вот лично, я, конечно... далек пока от этого дела и не очень люблю даже, если честно. Вот. У меня напрягает всегда именно это. То есть мне сейчас надо, мне надо сесть и написать что-то. Ну, я сейчас вот, у меня нет вдохновения, если хочешь, да, я там, ну, не могу сейчас заставить. Вот когда у меня приходит это время, да, я, к сожалению, тоже не успеваю просто это записывать, мне надо надиктовывать куда-то. Вот. Но я чувствую, что вот оно пошло. А когда его нет, ну, его и нет. Не, ну, а у журналиста, который работает в какой-то газете, у него есть задание написать по, там, статью на завтра. И он тоже садится и выдавливает это из себя. Ну, это да. Ну, он поэтому вот человек такой... как бы сказать, несчастный, да, несчастный, несчастливый. Ну, разные бывают. Да, согласен. Есть вопрос от слушательницы по имени Алина. Аина даже, Аина, если не пропущена буква. Вопрос Сергею. Как относится, ну, женский вопрос. Как относится супруга к тому, что муж сидит в интернете? Это один вопрос. Второй. Не ревнует ли она к популярности? Вот как. Вы знаете, у меня прекрасная жена, и она очень понимающая. То есть в свое время, когда меня это реально увлекло, она видела, что, ну, блог стал там моим там главным хобби в жизни. Uh-huh. И она понимала, что в клетку меня, если посадить, то я все равно вырвусь. И она очень мудрая женщина и терпимая. Не, ну тем более ты рассказал, что она принимала участие, да, в правке, как, ну, минимум. Да, 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 да. То есть я ее как-то пытался вовлекать. Сейчас у нас уже наоборот, то есть я немножко так подуспокоился, а она завела себе все эти твиттеры, инстаграмы, и вот мы сидим где-то в ресторане, а она постоянно в телефоне там все это проверяет, что-то пишет, это уже меня начинает раздражать, потому что я могу спокойно уже обходиться без интернета в течение нескольких часов. Сейчас, подожди, немножко не в тему, но я с тобой соглашусь по поводу того, что меня тоже это всегда раздражает. О чем речь? Ну, вечером ужинаешь, где-то ты сидишь, наблюдаешь такую картину, очень часто причем. Угу. Сидят молодые люди, мальчик с девочкой. Вот. Ну, если это вечером, если это в ресторане, наверное, у них там, ну, если не романтическое, то свидание. Ну, или просто, зачем приходят люди в ресторан пообщаться? А что мы наблюдаем? Сидит он в своем... блоге, видимо, да? Сидит она в своем блоге. И вот они на протяжении, я пару раз просто вот так забавно, специально наблюдал. Вот на протяжении сколько там, часа-полутора, они кушают там что-то, да, с тарелки берут и продолжают. Вот это вот. Вы поверьте, они на самом деле общаются друг с другом, только они в Твиттере переписываются. Не, у меня есть один знакомый, как-то вот он сидел тоже дома за компьютером, ну так молча, и переписывался сразу с 7 человеками. И через где-то час к нему подходит жена и говорит: а что ты сегодня тихий такой? Что ты молчишь-то? Он говорит: да я молчу! Да я тут! Ты посмотри, да, это просто... Я же прямо общаюсь сразу там с большим количеством эмоций. Посмотри, какие эмоции, да? Да, да, да. Меня же прет просто. Да, забавно, конечно. Вот. А на самом деле мы не осветили еще одну тему о том, как читатели относятся к тому, что в блогах появляется реклама. Потому что в рекламах вот такая
в блогах такая реклама появилась достаточно недавно. И, честно говоря, она была воспринята очень негативно. Вот я сейчас, ну, как и любая, наверное. Сидел, слушал вот у вас на радио, да, вот, был же рекламный блог. Но мы как-то спокойно к этому относимся. Мы уже привыкли, да, ну вот радио, ну, реклама, положено, реклама так, закончилась, да, пошло дальше что-то интересное, какая-то передача. А в блогосфере в самом начале, конечно, это было воспринято очень в штыки. То есть, когда мы все вроде блогеры, но вдруг кто-то начал на этом зарабатывать, и как это... Причем я даже слышу вот это, да? Ну, и сюда уже докатилось, да? Да, и сюда это... Да, это было воспринято достаточно негативно, и потребовалось, ну, достаточно... большое время к тому, чтобы люди начали потихоньку привыкать. Но, тем не менее, количество рекламы в вашем блоге, оно не должно зашкаливать и превышать, как бы, количество... А кто, кстати, определяет вот это вот разумное количество рекламы? Разумное количество определяет каждый сам, блогер, да? сам для себя. То есть он смотрит же, безусловно, на реакцию, то, что ему пишут в комментариях. Да, убери уже, люди, сколько можно. Да, а люди там не стесняются. Это же... Наверняка, да. Да, да, да. Они же в интернете, там можно делать что угодно и вести себя как хочешь. Вообще забавно, да? Есть один маленький пост, допустим, блогера, и потом штук 10, да, рекламных. Ну, в этом случае от вас просто отпишутся. Конечно. И все. И у вас потом и реклама. Не будет, да. И рекламодатели будет пропадут. И рекламодатели, конечно, тоже уйдут. Поэтому нужно соблюдать какой-то баланс. Ну, то есть вот у тебя, в частности, есть этот баланс уже? Вот последний, наверное, месяц-два мне его не очень удается соблюдать, потому что слишком много, во-первых, предложений, а во-вторых, слишком много различных тем, социальных в том числе, которые я хочу осветить. И для того, чтобы выделить, что это все-таки посты не в формате журнала, я очень часто пишу, что это реклама, хотя на самом деле она не была оплачена, это вот, я просто там знакомый. Есть же еще, знаете, есть такое выражение «ты ж блогер». То есть приходит знакомый, ну, да, говорит, да, да, слышно, ты ж блогер, да, да, вот напиши тисни, про это, тисни, да, тисни, да, именно так. И вроде отказать неудобно, друг, потому что твой помочь хочется, а реально, ну, для твоей аудитории. Ну, то есть, смотри, и ты, будучи человеком чистоплотным с этой точки зрения, ты пишешь, что это реклама, ребят, да? Я подписываю, что это реклама, хотя на самом деле просто мои друзья, которые, ну, попросили, чтобы я сделал что-то приятное, но я людей предупреждаю. Ну, вот, наверное, в этом, да, в этом есть главный смысл, потому что один раз вот такая вот, да, неподписанная пройдет, вторая, а потом... Ну, потом доверие пропадет. Отношения, да, что-то, да, как-то вот... Мне все Все-таки, я не знаю, очень важна моя репутация, поэтому я ее не размениваюсь. Кстати, вот времени не так много, вот репутационные риски, да, и тем более риски репутационные в интернете, просто их невозможно вообще ничем оценить, на мой взгляд, потому что там потерять ее на раз, причем даже, может, и не по своей вине, но поскольку... Это действительно очень легко, и есть много там достаточно известных примеров, когда вскрывалась какая-то личная переписка, то есть человек был, воспринимался там абсолютно с одной стороны, да, 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 а потом там какой-нибудь хакер Хелл залез к нему, там показал пару писем, и все. И отношение меняется кардинально. И причем, смотри, может быть, и не факт, что этот хакер залез к нему, а просто это могло, да, там как чем-то, ну, не нарисовано важно, там, было. Либо, ну, да, где-то, да, он там засветился, либо еще что-то произошло. Поэтому ведение популярного блога, оно накладывает и определенные обязательства вести себя и прилично еще и в жизни. Так. Ну, то есть, что ты имеешь в виду? Не, ну, грубо говоря, вы можете себе представить какого-нибудь популярного блогера, да, там, грубо говоря, там, Алексея Навального, который будет замечен сейчас в ресторане или в бане с девчонками. Ну, это же все. Это конец всей его карьеры. Ну, ладно, не хочется мне опять о персоналиях здесь, хотя... Ладно. Так вот, как уберечься от этого репутационного риска? Что надо делать? Ну, помимо того, что хорошо себя вести, хотя это не очень убедительно. Ну, мне кажется, что у каждого человека внутри должен быть какой-то стержень. Вот у меня внутри, то есть, есть определенные весы. И я каждый свой поступок, ну, там, образно говоря, взвешиваю, да, то есть, хороший это поступок или нет. То есть, я стараюсь совершать там только хорошие дела. То есть, если я понимаю, что какой-то мой там личный супергерой вымышленный, на которого я хочу быть похож, так бы не сделал, то я тоже так не сделаю. Ну, этого достаточно, ты считаешь? Ну, для меня, да. Хорошо, я тогда по-другому поставлю вопрос, хотя не очень, честно говоря, хочется к этому возвращаться, но мы начали нашу программу с упоминания одного из известных блогеров, который позволяет себе, вот, на мой взгляд, просто вещи, ну, непотребные, вот, непотребнейшие, я бы даже сказал. Тем не менее, он является популярным, у него есть, я так понимаю, да, достаточное количество аудитории. Вот с твоей точки зрения, у него есть стержень? Или его популярность — это отсутствие стержня? Я этого человека знаю лично. Мы с ним ездили на Чукотку. То есть мы ездили там целый месяц, жили в одной машине, на улице было минус 50, и сейчас на Южный полюс вместе летали.
есть определенное заблуждение, да, то есть очень часто блогер воспринимается именно таким, вот как он пишет, но для вот того человека, о котором вы говорите, сами знаете кого, да, это не более чем сценический персонаж. Нет. То есть в жизни это очень воспитанный, интеллигентный человек, который матом никогда не ругается, и практически никогда. Ну, я понимаю, да. И у него стержень есть. Если даже речь идет о том, что это мой вот сценический персонаж, как ты говоришь, да, это та пьеса, которую я разыгрываю. Ну, пьесы тоже они цензурироваться должны, понимаешь? Но в блоге, в блогосфере нет цензуры. Нет, я именно вот, ты понимаешь. Лично, да, я понимаю, о чем. Но на самом деле вы его неправильно воспринимаете. Ну, хорошо. В жизни он хороший человек. Дай бог. Нет, речь просто опять идет о том, что как удержать, да, вот, ну, то есть, как бороться с репутационными рисками, как удержать вот эту репутацию. Ну, твой ответ меня, по крайней мере, убедил абсолютно, потому что действительно, чем бы ты ни занимался, а уж тем более таким темным, хотел сказать, ну, таким неуловимым, да, бизнесом, связанным с интернетом, репутация, конечно, это вещь очень важная. Все, время заканчивается, Сереж, спасибо тебе огромное, уважаемые слушатели. Значит, в гостях сегодня был Сергей Доля, фотограф, блогер и просто замечательный человек. Спасибо тебе, за то, что ты пришел нам в эфир. Наступающим тебя Новым годом, успехов в бизнесе. Спасибо, с наступающим. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели, всего хорошего.